на себя. Вы на нашу кукурузу посмотрите. В жизни мы кукурузу не выращивали, поэтому относимся к ней очень так трепетно. Кукуруза. Раз. И ух ты, друг. Ага. Еще один здесь. Просто вы не видите. Почему-то решила упасть, и мы ее связали к этому горшку. Ах, утро было доброе, приятное, прелестное. Чуточку прохладное, но у нас уже солнышко и мальчик, который постоянно двигается. Что делаем, как делаем? Вопрос дня. Ох, даже вы не представляете, как хорошо делаем. Сегодня у Арка игра была. Можно сказать, дома было половина семьи, дочки, муж и Арка уехали, мы остались, я и старший, и младший. И что делать, нужно было что-то приготовить, пока и они там играли себе, проигрывали 10-5. Лили и Люсин сделали тесто 2 дня назад, упрятала в холодильник, времени не было, чтобы они формировали свое тесто. И решила, чтобы тесто не соскучилось, фокаччу сделала, на закваске, он уже кусок взял себе, фокаччу и такой бокон, как говорится, хлебушек сделала, приготовила салат из изумительных томатов, просто томаты комнатной температуры обязательно, хорошее оливковое масло, черный перец, соль, для мужа еще бальзамический уксус, а сверху фету потом покрашу. Что еще у нас? И, конечно, традиционный плав из гречки будет. Что есть еще? Ничего. Не хочу, чтобы аппетит держали вечером, хотим кебаб сделать. Так что это будет наш ланч. И потом продвинемся вперед. Лиджана, апсенеле каденес. Это клубника из нашего огорода. Еще я сегодня не удержалась и картошку решила выкопать. И чтобы не позориться во весь интернет, во весь канал, это сделала без съемки. Обычно сколько картошек я сажаю, столько и собираю. И в этот раз не было исключением. Я что-то не то делаю. Или чересчур поливала. Ах, не знаю, что было в этот раз, но очень грустила, когда выкапывала бедную картошку. Такой хороший хлебушек. Ну, почти 3 дня в холодильнике стоял, и как увидела тесто, так с пузырьками. У обоих дочек очень хорошая закваска. Сегодня я подкормила, чтобы они еще одно тесто сделали, потому что чувствовала себя виноватой, что вместо них что-то испекла, но хотела их покормить, поэтому не удержалась. Для них стараемся. Вау, очень хорошая фокаччо получилась. Но для фокаччо обычно, когда сделаю на закваске, обязательно, пожалуйста, напишите, говорите, Эгина, сделайте фокаччо на закваске. Так лучше сделаю. Да, там еще с оливковым маслом нужно растяжки делать. Но это делаю тесто, обычное тесто для хлеба. Мой рецепт, Эгине, хлеб на закваске. Этот рецепт просто пол рецепта делаю, просто чтобы руку потренировать. Вау. Давай тебе кусочек отдам. За моих друзей съешь. Эгиночан, вы ешьте за нас, пожалуйста, с сыром. А почему уже без сыра дали? Не знаю, не додумалась. Bless you. Это печать. Bless you, Анушас. Очень вкусно, очень вкусно. Арнак, Наталья, столько нуль. Мы без них пробуем, какие не родители. So delicious. О май гад. Очень вкусно. Прямо
Имя забыла. Как звали этого молодого человека? Спичлес. Вау. Amazing. Он тоже может выразиться. Бэк алитрес. Ну уж, все, садимся, наслаждаемся. Все, когда мы ем, мы едим, мы глухо, глухи и недим. Кам! Уже половину хлеба съели. Ам, хочешь рыбу принесу в консерв? Okay. О, хочешь, как называется, не селедка, копченую рыбу принесу? Нет? Хочешь, ты хочешь? Ну, подумала, ты запросишь, я с тобой съем. Маленькую консервочку принесу. Salted butter, guys. Anyone? Кофе от самого, от него. Арам, подожди, давай закрою хлеб, чтобы не простыл. Какой вкусный ланч был у нас. Сами не ожидали. Мы какая-то хлебная семья. Но мы любим. И если что-то любим, всю фокаччу съели. Это последний кусок, когда все не берут, чтобы кто-то брал. Обычно, если дети что-то кушают, остается последний кусок. Сразу на 5 частей между ними делю. Но в этот раз что-то не захотели делиться. Просто не съели и все. Так, здесь потом приберусь. Кофе где будем пить? Здесь, там или там? Ой, Егинетян, у кого такие возможности, как у вас? Имею в виду уголки для кофе. У нас еще есть... Там, под этим деревом, уже все чисто, уютно, но там должны какой-то проект сделать. Куда хочешь, чтобы пошли? Да, посмотрим. Там? Окей, посмотрим. Здесь там столько у меня в голове кружится. О, доставили шкаф. Арна горцу несесож. Наш старший сын так хорошо собирает любой шкаф. Собирает все, что тумбочка, мумбочка, что дадите. Он так терпеливо, без единого, скажем, возгласа, без плохих выражений, без звука сидит и собирает. Это я сравнивала с отцом. Столько выражений, столько звуков, столько грома, грохота. Один шкаф собирает, видите ли. Вон там, давай посиди, Мара, мне очень жарко. Возле нашего большого ящика вчера. Этот ящик не дополнился. Но вчера мы с сыном, муж Арка возил. О, какая игра была вчера, а? Хочешь, на фоне мусорного ящика сяду? Он так не любит, когда на фоне что-то не эстетичное. Сюда сяду, хочешь? Anyway, они поехали. А мы со старшим сыном прямо вчера несъемочный день был. У нас был какой день, как сказать, столько всего чистили, выбросили. Прямо я плакала, такие вещи выбрасывали. Вчера должны были забрать, но не забрали. Как будто к счастью. Как раз мужу говорила, ну мы в городе нас отсутствовали.
фермерский маркет ехали. Приехали в пятницу, но приехали, когда приехали? В среду. Ну, в четверг. В среду. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Окей. Приехали и сказала, все, не успеем вещи выбросить, потому что у нас есть тот чулан, или чердак, или сарай, как называете. Уже не важно, место, где держали все, что у нас было. Как сказала, опять не успели этот чердак опустошить, почистить. И как увидела, уже по пятнице не приехали, не забрали, даже не звонили. У нас long weekend, длинные выходные, то есть... Friday, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. 4 дня выходных. Labor Day. Да, муж сказал, Labor Day, они поздно приедут. Как будто солнышко посияло. Оф, Игнатьевна, давайте вы не разговаривайте на русском больше. О, вы не знаете, какие... споры, какие советницы и советщики меня советовали перестать позориться. А я продолжаю до сих пор. Anyway. Сына позвала, чердак открыла, шланг взяла и прошлись. Все, что было, арам, выбросили те новые стулья. Просто такие грязные. 12 стульев, как раз 12 стульев выбросили, такие открывающиеся арам, и столик выбросили. На 6-летие Лилит покупали. И только один раз использовали, и не было случая. Дети на день рождения приходили, да, тогда дома делали дни рождения, и подруги, одноклассники. Да, но не использовали. Стояли там в пыли, в поту. Выбросили, арам, ты это не видел. У нас были такие мощные, большие полки металлические. Оказалось, мы выбросили, арам, края как бы выбросили, а полки металлические, вон те красные, видите? Где-то... не знаю, 12 или 16 полок, такие тяжелые, и дверь не смогли открыть, ключи у Фернандо. Бедный сын так крутился, потом муж приехал к вечеру и отверткой открыл, в общем, замок убрал. Выбросили совсем новые. Прямо я так листом прохожу, как будто вам очень интересно, что мы выбросили. Это я мужу рассказываю, он даже не знает. Еще в пачке полки, которые нужно было прикрепить к стенам, чтобы повесить наши... У нас были магазины онлайн. В общем, эти полки еще в коробке новой. Столько всего. Наверное, я перестану смотреть на этот ящик, а то заплачу. Шучу. Ох, как хорошо. Так счастливы. Аркай Прайд. Нашли разумный, очень такой умный способ. И мальчик пошел играть, конечно, без маски. Из всего стрессного экспириенса. Он счастлив, мы счастливы. Есть разумные люди в этом мире. Так что... так хорошо сделали, он так радовался. На тренировке договорились, что он пойдет. На тренировке не обязательно носить маски, не обязательно тестироваться. Моя проблема была и с тестом, и потому что не хочу возить своего ребенка каждый раз в какую-то лабораторию, где будут втыкать его нос какие-то, не знаю, ваты неизвестные. Им будет непонятно, что это делают, зачем его так к нему так относятся. А, но нашли способ. Да, есть домашние тесты, которые вы можете купить в CVS и использовать.
Спросили, можно домашнее тесто использовать, тесто на закваске? Сказали, конечно, можно. Ох, куда катится этот мир? Ну, раз уж мир решил катиться не в такую уж разумную сторону, мы остались на разумной стороне, сделали домашнее тесто. Ярка пошел играть, естественно. Мальчик здоров, все здоровы. Сегодня у мужа очень стресс, хотя он уже привыкает. Сегодня после игры родители собрались, сказали, пойдемте в парк, дети пусть после игры немножко в парке поиграют. И, естественно, половина команды играли в маске на льду, потом уже в парке бегали дети в масках. Муж говорит, подошел, хотел, ну, хотя бы родители, конечно, уже дышали, дышающие были, но дети все равно. И муж чуточку рассказывает, о чем был разговор. Один родитель рассказывает, что у сына головные боли начинаются после тренировок, ну, час или два часа тренировки. Но она говорит, я ему говорю, держись. От маски, говорит, у него головные боли. Это не смешно, это плакать нужно, но уже до смешного плакать. Она говорит, держись, мы пройдем через это, и проходит. Муж говорит, Лилит сняла тебя, как ты один под деревом стоишь. Так смешно. У него совсем единомышленников нету. Говорю, я никогда с тобой ни на какие мероприятия командовые. Когда Арнак играл, родители, но тогда еще мы не различали, кто кто. Сейчас уже видно, кто кто. Прямо мир разделился на кто и на кто. Очень хорошие так, не мероприятия. Ну, у кого-то дома собирались, все свою еду приносили. Я всегда так, да, высвечивалась своими кулинарными этими самыми, прямо себя так хорошо чувствовала. Может, это не будет. Ну да, всегда родители собирались, дети играли, родители кушали, смеялись. В общем, хорошо время проводили. Мужу говорю, если с этими родителями у меня нервы не из стали, я человек чувствительный, я решила свою жизнь, оставшуюся, прожить тихо, мирно, светло и спокойно. Так что ты один пойдешь на мероприятие. Ну, Арка хорошо, он с детьми играет, бегает, в общем, общается. Вот такие дела. И голова стала болеть. Все, перестаю. Знаешь, почему голова болит? Утром встала, а мой утренний кофе нету. Где мой утренний кофейный муж? Не было его. В 6. Во сколько была игра? 8:30. Проснулись 6. И ушли. В общем. А нам кофе выпьем. Пойдем, у меня там маленькие ящички пришли. Откроем. У меня всего столько дел сегодня. Планирую, не допланирую. Фернандо не пришел, машину не забрал. Проказник. Когда должны были этот ящик мусорный привезти, муж попросил Фернандо, сказал, так паркуйся, чтобы место взять. Потому что если здесь машины будут стоять, и этот мусорный ящик, скажем, там поставим, мы должны всю эту траш шагать долго, чтобы дойти до ящика. В общем, и ключи он оставлял мужу, чтобы, если нужно было, машины туда-сюда передвинуть. И предупредил, что у меня на руле замок я поставил, чтобы не украли машину. Муж говорил, о, давно об этом не слышал. А в наши тогдашние времена даже люди на бензобаке замок вставляли, чтобы бензин не украли люди. Говорит Фернандо, из кармана достал как ключ. Говорит, а это ключ для бензобака. Значит, это здесь тоже есть. Так приятно стало и тепло.
В общем, говорят, в наших краях это возможно. И бензин украли, один раз у него машину украли, инструменты хорошие, все его дорогие украли. А здесь, наверное, никому не нужна такая машина, инструменты и бензин. И оставил здесь машину. Да, такие дела. Так хорошо здесь и становились, сидели. Что хочу делать? Фернандо и Папито всю землю, которую из где-то выкопали, скажем, лишнюю землю, прямо хорошо здесь посыпали, только там нету. Хочу здесь что посадить, чтобы здесь в тени здесь. Что посадить, чтобы не скучал по солнцу? Ну, хочу что-то. Ну, не хочу кактусы почему-то. Maybe succulents. Не знаю, succulents, даже если не посадите, они растут все равно. Действительно, я в горшке так просто положила, воды налила. Они там... Эти succulents принесу, сюда положу. Правильно говорите. Так и сделаю. И камушки есть лишние. И камушками. Прекрасная идея у вас. Спасибо. Ну, хорошо подумали. Все, хотела какие-то разные, чтобы этот уголок был такой и уютный, и красивый. Саккуланты не всегда уют создают сами по себе. Да. Посмотрю, прочитаю ваши комментарии, и может быть, как бы саккуланты и что-то, или по краям, может быть, это что-то внутри саккулант. Посмотрим. Но здесь хочу, чтобы было очень уютно. Люди иногда проходят, очень хорошая тень здесь. Родители, когда детей в школу ведут, тоже в школу не могу детей повезти. О, соседка говорит... Ну, детей спросила, в школу ведешь уже, все нормально, туда-сюда. Говорит, сдали тесты, нам вернули ответы, что у обоих детей ковид. А у меня дети, говорят, очень хорошо себя чувствуют, бегают туда-сюда, не видно, что ни чихают, ни температуры, ничего нету. Ой, все испугались, пошли всей семьей тесты сдавать. И выяснили, что у нас нету. Мы все негатив. Сейчас, говорит, звоню в школу, им результаты высылаю, они не хотят поверить. Не знаю, у нее какие-то arguments были, не ссоры, но, в общем, не знаю, как она доказала, что их тест вернее, чем тест, который делали школьным. Не знаю, куда их посылают, но дети, которые учатся в public school, в общественной школе, в государственной, бесплатно могут идти, не знаю где, какое-то место, и тестироваться каждую неделю. В общем, такие дела. Не всегда это просто результаты не всегда правильные. Такие дела. Ирина Джан, вы опять про это... Не можете промолчать. А это как будто частичка нашей жизни. Я живу в этой жизни. Я родитель. Я беспокоюсь. Я делюсь с вами моими мыслями. Вы что-то мне советуете. Я говорю о том, что хочу как будто донести. Ничего такого я не, в общем, делаю особенного. Но некоторым людям просто не нравится. Людям иногда нравится жить... в пузырьке. Они хотят видеть только, что хотят видеть. А то, что грозит, они не хотят даже ближе подпускать. А если не понять, что происходит, вот тогда и будет беда. Мы друг друга поняли. Арамджан, ты меня понимаешь? Он так хорошо понимает меня. Представь, если бы мы друг друга не понимали. Ты был тот, а я была тот. Это и есть такие семьи. Не хотите? Нет, нет, нет. Все, уходим. Подождите, муж, подождите.
посадила наша учительница фортепиано. Нам очень хороший такой реган с Лилит послала. Мы съели реган, и некоторые просто так взяла и в землю воткнула. Вот так вот. Посмотрите. Реган все выросли. Такого никогда не было. Были некоторые увидали, не прикреплялись. А вот это все, что поставила, нужно это в бакьяр повезти. Сегодня хочу кулинарный соснять на свежем воздухе. Дверь закрыли. Дети! А наши эти червяки еще живут. Так хорошо живут себе. Такие неприятные. Сказала домой не приводить. Они здесь хорошо живут. Арнахчан, а я их изгнаю, давай. Я еще не закончила свои маленькие покупочки для комнаты детей. Но ничего сейчас заказывать не хочу, потому что уезжаем. У нас несколько дней дома не будет. Не хочу, чтобы здесь постоял ничего. Сейчас говорите, Геннадьян, руки испортите. Это пластик. Это для дочек купила обычный окей, пока расскажу, уже покажу. Что так? О, по фотографии не такой цвет был. Более такой нежно-голубой, хотя неплохой. Это просто наволочки и простыня. Лиль, мне еще подушки нужно обновить. Обновляешь, не обновляешься. Недообновляешься. А, неплохой цвет. Люсин хотела такой цвет в таких тонах. Комнату хотела в таких тонах покрасить. Но поскольку у Арнак тоже такая комната этого цвета, мы сказали нет. Уже у нас этот цвет присутствует, выбирайте другой цвет. И очень хороший цвет выбрали. Но я это уже купила. It's okay. Одеяло должна купить другого цвета. Хочу немножко такого солнечно или пастельно-желтого цвета. Очень хорошо с этим лавендер цветом подойдет, я думаю. Посмотрим. Хороший материал, но сначала помою, потом уже используем. Ставлю на quick wash, то есть так длинно не моется, чтобы этот фабричный запах ушел. Они прямо так сюда положили. Это можно ресайкл сделать. Очень хорошие конверты. Это удаляется и прикрепляется. У нас целая коробка таких пакетов, если спрашиваете. Мы тоже упаковывали в этих. Ой, столько всего выбросили вчера. Нужные новые вещи. Ну, сейчас, наверное, многие говорят, продайте или скажите, у нас есть это, пусть приходят, фри забирают. У нас времени на это нету, чтобы не хочу ни с кем коммуницировать. А так они ресайкл делают, сын сказал, они не все выбрасывают, понесут куда-то и будут разбираться, то что нужно в эту сторону, то что не нужно в другую сторону купят или отведут, потом скажут, о, это не понравилось, можно обратно принесу или туда-сюда. Не хочу ни взять на себя ничего, ни ответственности. Не хочу туда вещи вставлять, чтобы приходили. Там очень некрасиво выглядит. В общем, разные причины на то. Не стоит дело того. Арам, давайте покажу, что мы вчера сделали. Раньше, если Арам, в каком влоге показывали? Долгожданная уборка сарая, чердака. Это чтобы до и после. Если хотите посмотреть, что было до. О, моя мама эти
Пакеты очень любит, говорит, не выбрасывай. Посылку положу, она говорит, это очень удобно, и туда что-то кладет, не знаю что, и цепочкой такой молнией застегивает. Говорит, чтобы не выбросила такие. А я послушная очень. Пойдемте покажу, что мы вчера делали с сыном. Сюда. Это в стирку. Пойдемте. Здесь у нас остались инструменты Фернандо. А остальное не знаю. Ой, почему здесь висит? Ох. Это заберем. А нам здесь что хотели делать? Не помню. Ну что ты делаешь? А, эти саккуленты. Просто воду положила в горшок, и они растут. Ну их туда поставлю. Здесь это надо выбросить. Некоторые еще маленькие что-то остались. Добро пожаловать. Как оказалось, здесь жили мыши. Нашли какашки мышиные. Даже не мыши. В чем они жили? Где они? Чем питались? Ну да, они были здесь. Жили и довольствовались жизнью. Сюда поставлю. А, знаешь, что нашла? Это не выбросила. Если бы даже кто-то сказал, а, выбрасывайте, выбрасывайте в жизни. Так. Шампур. Черт. 4 пачки шампура нашла. Это к шашлыку. Нашла эти. Давным-давно 3 покупала на... Бар, у нас бар, стойка есть. На, всегда меняла там цветы или маленькие мини-деревья выращивала. Что еще? Этих бережем. Для елки должна купить. Это Фернандо. Инструмент Фернандо. Это его инструмент, еще не забрал. Это наш. Лестница наша. Хочешь, продам. Хорошая лестница. Но не используем. Если нам нужна лестница, мы зовем Фернандо. Он приходит со своей лестницей. Для елки должна купить там специальную что-то, чтобы уложить елку туда. Игрушки. Я ведь говорила, что не, мы в этом году не все игрушки привезли домой. Да, это наши игрушки новогодние. Почему-то хочу думать, что это тоже игрушка. Нужно обновить все игрушки. Может быть, эти тоже уйдут. Смотрите, как чисто. Очень грязное было. Здесь ничего особенного. О, это Фернандо. Сколько Фернандо здесь у нас? Шапка Фернандо. Это камушки у нас лишние остались от передней части. Это совершенно новый. Не смогла выбросить даром даже. И даже и не проси. Новый компьютерный деск металлический. Он постоянно говорит, это нехороший, нехороший, а я не могу выбрасывать. Все, больше ничего интересного. А эти прокладки тормозов не выбросили. А мой папа так мучился. Эти. Как вы могли выбросить такое что-то? Может, ему послать эти? Выбросить, а? Конечно. Конечно, по эту часть отрежь, чтобы мой отец... Не очень расстроился. Окей, муж говорит, передние и задние тормозные прокладки или колодки. Что-то. Колодки. Это твоему папу пошлю. Он очень любит машиной заниматься. Постоянно какие-то запчасти вынимает, выкладывает. Он каждый день занимается своей машиной. Прямо как обычно.
просыпается и машиной. Смотри, что нашла. Чтобы, наверное, кукурузы жарить. Это мы... У нас в магазине был такой... Выбросить или помыть, попробовать кукурузы пожарить. Ну, кукурузы есть. Когда кололак сделаем, кукурузы пойдут. Окей, прям помыть. Что у нас? Соковыжималка для... О, холом. Уже совсем в пыли. Давай. Как жалко, это чугунная, мощная. Но мы сок не выжимаем. Что делать, что делать? Там VHS кассеты орам. Очень, прямо не знаю, с давних времен. Наверное, нужно их на другой формат положить. Даже не видела. Смотри, помнишь? Знаете, как хорошо продавалось этот бакл для пряжка. Пряжка для пояса. Вот что-то в этом роде. Как называлось? Имя есть. Ох, не помню. Но имя было у этого субъекта. Не знаю даже, что делать. Это то же самое. Как это не видела? Ну, здесь вчера хорошо проходило. Наверное, сюда просто не... Ой, это тоже хорошо продавалось. Хороший товар был такой. Велосипед. Эти goth style, готический. Как называется? Ужас. Это выбрасываю. Ничего со skeleton. Никакого такого gothic style не должно быть у нас. Too much. Если подумать, Арам, столько такого товара у нас было. Люди покупали как сумасшедшие. Со скалс. Все это... Какой стиль называется? Gothic или как? Еще одно имя есть. Emo. Помнишь? Даже название писали. Goth, Emo, Depression. В общем, любят люди. Мозги промывательная работа еще, когда шла. Выбрасываем. Эту дверь нужно менять. Это Люсин из клея сделала. Он такой хороший вещи делает, готовит прямо всю себя. Посвящает какому-то, какой-то работе. Эти нам нужны будут. Хотела тебя спросить. Выбросить или оставить? Оставим. Это кафель. Вчера я наивная. В общем, собираем, убираем, все выбрасываем. Поскольку дверь не смогли открыть, мы с сыном решили некоторые тяжелые вещи с той стороны прямо выбросить. Там ближе, чтобы брал и мусорный ящик. Эти большие металлические, что-то так и сделал. Сначала выбросил туда, чтобы не взять. Сначала крутился с этими тяжелыми этими. В общем. И подумала, что там ламинейт, ну паркет. Пачка ламинейт. Сына сказала, это тоже выбрось. С той стороны забери. Выбросил, и такой гром, грохот, как будто, не знаю, 100 стекол разбились. Думала, в машину попали почему-то. Не знаю, что все подумала. Что за звук из паркета? Пошли, посмотрели. С сыном прямо побежали. И такие в панике. Оказалось, кафель. Такие, ну, камушки перед домом. Муж когда складывал, лишние остались. Я подумала, даже не посмотрели. Закрытая пачка была. Подумали, наверное, какое-то что-то. Потом он руками прямо брал и в этот ящик. Говорю, Арна, чем принеси мусорный ящик маленький. Быстро Авель совок сделала. Фух, такие дела. Все рассказала, кажется.
нам еще предстоит этот угол немножко обновить, прикрасить. И все, временный отбой будет.